Ну что, сливаемся, как всегда. Я летаю, вам там всего доброго, хорошего настроения. Спасибо. Летайте электричками, или как там, плаваете электричками Аэрофлота, да? Я свой ФОП пока уберу, в последний момент поставлю. А то у нас рандомы сейчас, как всегда. Все свои фобы уберут нафиг. А кто поможет Пуфику долететь живым на Дмитрия своими Я туда не вертолетами? лечу. Вот зачем ты спалил? У нас Так нифига, два... сколько тут самолетов-то по трехдальности 8 Понимаешь, да, 400. смысл? Но Да у них полуактивные ракеты только. какая разница, ты их Разница запустил и большая. Ты... разворачиваешься. Нет, но вот только не через вышку, а просто разворачиваешься мышкой. Ну, короче, вот если бомбер летит, ты на него полетел, они ракеты выпустили, все, бомбера уже точно не будет. Ну, есть 6 штук, да. Ну, знаешь, я вот 4 Путина точно так же выпускаю. Они у меня хоть не прокачаны вообще ни разу. Но зато, если уж пальнут по 2 ракеты, все, живых там не останется. Там все-таки Обычно... километр больше. Ну, тут еще и пихота нормальная такая Да, спускалась. обычно Да. Это не пацаны метки решает. где поставили? Да. А с Пуфиком кто там? Кельти. Надеюсь, в этот раз он не вылетит. Народ, вы фобы точно поставили все? Да, я поставил. Я поставил. А ты не поставил, да? А у меня нет фоба. В деке. Не А говори, арта у меня есть у тебя в есть. деке? Я буду поддержку вам всем подвозить. Слушай, Олег, а сколько тебе лет? Мне Самолет секретная налево. информация. Где наши Испытывал я авиаторы? уже. Какого хера нам вот уже огонь поставили, авиаторы стоят там. Да у него дека там Гениально. какая-то левая. Он еще в ней не разобрался. Сейчас еще и салют. Вот самолеты падают теперь наши. Пацаны, а чьи вы там деки взяли? Балалайк, что ли? Олег, нахера ты вот один уже просрал самолет за Это, 135? кстати, самолеты были не ближнего боя, так и сейчас. Ну, Олегу, когда это восстанавливало? Подождите, надо это потренироваться. А ты можешь тренироваться на котиках как-то с рандомами? Это же мы против рандомов. А я вот хотел уточнить, а к Шимку нам привез, что никто не поехал? Не, Было я туда прикольно. поехал, я туда поехал. У меня же там метка была. Сейчас я на с Браво просто еду. И Вот там примерно еще так кто-то. надо этими самолетами работать. О, господи, кто там? Поки. Я боюсь его. Опаньки, у меня каюмару, пацаны. Как там у нас со стольной артой нашинской? Настольный. Настольный, да. Господи. Это слева облет вертолетами. А, мы все умрем. Да, авиаторы. ФАС. User joined your channel. Вот здесь вот два вертолета транспортных. Что у вас там Они никакого могут ПВО там нет? быть с пехотой. И там эта пехота сейчас может по этому лесу вынести нам БМки Не, вот 21. серьезно, если это, много народу сел на авиацию, жди-беды. Да это как везде. Как с артиллерией, как с авиацией. У нас... Вообще надо это, конечно, это, по-хорошему надо административно запретить больше одной авиа и требует невероятно. Ой, блядь, ну чё, я пошлю тогда вертолет. Я ж тут авиатор главный, видимо. У меня больше всех авиации. Куда вертолет? Какой? Вот он, Слева, вон, пехота выс...
Это они уже улетели обратно. Потому что вот где моя метка enemy, они туда уже прилетели. Я не знаю, они по-любому высадились и уже бегают там. Метка именем. Короче, у меня тут вообще трое. А ты где? Слева? Слева ты? Химера, ты где воюешь? Слева, слева. Дом пришел, тупой как круг. Ну да, суть потому, что он вертухи пропустил, уже видно. Да, слева там реально жопа. Там только химера, по сути. Ну что, если Пок тут останется, я пойду к тебе. Ну я к тебе переключаюсь. Я справа говно расставил и просто сейчас пойду налево. Самолет налево. Кто там летает? Я на Еврофайтер. Самолеты направо или на центр, непонятно. На центр. Курнос налево, курнос, патуровоз. По-моему, вот здесь моргнуло что-то. В лесу, слева. Блять, ну нахуя столько истребителей? Дальнобойная авиация, как тебе объяснить? Они ракету выпустили и в вак. Перезарядились, ракету выпустили и в вак. Нет, зачем вообще столько истребить? Чтобы они, блядь, попадали, они не попадают. Ну, в принципе, так-то с одной стороны правильно, да. Я постараюсь по-простому объяснить. Зачем столько истребителей вообще? Ну вот всякие курнасы там забивать на подлете. Вот как сейчас. Да в жопу эти курнасы у меня не выйдет. О, надо брать его налево. Олег, выгружайся. Там уже вон гостей выше крыши. Пацаны, о чем мы хотите говорили? Здесь помочь, нет? Нет? Ну ладно. Я туда два. Нет, одного пехотинца отправил, врать не буду. Он сейчас все сделает. Не, ну тут танк просто не нахуй. Я просто уже, мне тут сказали помогать налево, я поехал налево помогать. Все, я тут зачистил лес, вот здесь. Ну, будем надеяться. Но все равно в нем надо. Олег, через атаку отправь это говнюся. О-о-о-о, зачистил, говоришь? Тут грибников что-то дохерище. Отбомбить можешь сюда? По метке слева. Понял тебя. То есть как бы они есть, понял. Ну понятно, ладно, я пехоту тогда понял.
Хорош, у меня уже один танк набил, больше, чем все будет сейчас. О-о-о-о-о, по мне не херачься. Всем привет. Привет, кто с центра стреляет? Только начали, что ли? Нет. Я не знаю, как там по врагу, но по мне точно вы попадаете. Но в целом все равно спасибо. Так, вот здесь там уже маринский класс. И истребители. Олег, вот обращай внимание, несмотря на то, что ты вытянул кую-кую вот тучу денег на истребители, все равно все сбивают мои дни. Его это что такое? Плохо что ли? Радар отключай. Ты, Химер, просто не понимаешь, он помогает им разряжать так ПВО. И поэтому они не могут сбить других. Это не, ну подождите, вот я тактика. Сейчас, когда летел бомбер и радарник, я сбивал бомбер, чтобы не подлетел. Если надо сбивать радарник, что ли? Ну ничего вообще не надо сбивать. Купи себе юников и играй не за бег. Я вообще-то вам там лес зачистил, сделал. А это вся авиация, не знаете, не нужна, что у них поведение. У них все клево. Вот, кстати, здесь минометы над Федором. Можете попробовать их убить. Не факт, что они не двигаются. Че там на центре все хорошо? В этом слово, кстати. Что? Я говорю, вы там скоро? Нет. Кай. Блять, а где ваше ПВО? Ты что, он на базе у нас летает? Ну, у нас два авиатора. Вообще пиздец, ты... он над Борисом летает, вы чё? Ну, блин, а где он? Два человека сидит на авиации, а чё они у нас летают на базу? В самом деле. Потому что я просто ради ПВО, они будут летать. Я с вас худею, блядь. Два авиатора, а чё они у нас на базу летают? И спрашивает, причём авиатор. Вот, я про то же. То два вылета было. Один вылет прошёл, потом второй. Вы поймите, что артиллерист и авиатор, они виноваты всегда и во всём по определению. Вот, я на самом деле не знаю по поводу авиации, но справа у нас бомбят два австралийца, и как бы... Не мешай нашим авиаторам сбивать самолеты слева. Угу. И не сбивать тоже, не мешай. Да, у меня вот слева опять свои минометы постоянно. Так, минометы двигаются все-таки слева, во всяком случае. Так, что-то меня там пиздюли, говорят, справа. А, да. Вот же они. А пиздюли есть, как говорится. ЦВшку можете поставить на точку центра? Там вроде как можно. Да, могу. Мы там, конечно, на соплях держимся, но мало ли. Ой, как же меня тут избили. Оказывается.
Хостел, разгружайся, тебя бьют по метке. А, застрял. Ну просто разгружайся, по ней все равно стреляют. Там что-то гранатки вылетали по ней. Слева не уезжает. Истребитель справа. У вас где вообще кого есть? А с ним где его? А с ним где его? Это способ, вообще говоря, эти вещи ты лучше нас должен знать. Я просто не вижу, я поэтому спрашиваю. Чё это вы по земле играете, ПУ у вас нигде нет, а? Если ты не умеешь видеть карту, настолько, что не умеешь усмотреть у союзника или противника ПВО, то нафиг ты сел на авиабой. Ну, вот это твое не вас слева, но не работает. Оно ближе должно стоять. Я согласен, я задержал ее на 10 секунд. 10 секунд обстоятельства будет. Могла на пометке справа. И бобер направо идет. Можете сбить. Ура! Пехота умерла не зря. Олег, съебывай ЦВшка отсюда. Бобер тебя спалил. Сейчас туда прилетит килотонна. Ёбаный китайцы. Вы вообще видели, что здесь сколько здесь вот полос? Да там до хрена все. Как мне бы бёрнул спалить? Оттуда стрелял Буратинка. Оттуда стрелял рядом с тобой. Они сейчас отбомбятся в ответку или отстреляются, их хана тебе, твоему вазику. Вот куда сейчас пуфик как раз поставит тунгуску? Да что происходит? Я юнита заказываю на левом, они приезжают. Возможно, их убивают. Это пофиг, дорогая у тебя ЦВшка, однако. Че дорогая, 135 всего стоит. Да? Она из говна, что ли? Да. Я отстрелялся вообще. Блять, нихуя не работает. Истребитель на правом. Да пиздец, они летают. Вот где ваше ПВО? А где ваш самолет? Я сбил, блять, уже два самолета за это время. Не отойти, мне куда. Ладно, буду краталикать. Сука. Подожди, а ты куда заказываешься? Сразу на Фёдора, наверное. Да ты на тот конец Фёдора, что ли, сразу едешь? Они, получается, вот на этом перекрёстке стреляют, и там... Ну да. Я поэтому сразу ухожу, не доезжая. Самолет на центр. Ну, перезарядка. Истребитель.
Это кто так 31-м-то полетел? Догадайся. Ты откуда вылетела? Я ж сказал, здесь вот ПВО стоит. Слушай, ну по мне, я вот тут справа езжу, по мне никто не стреляет. Это что, можно брать? А там слева, если я грушник, но этот лес пройду, я дойду. Пиражек найду. Под Каймару шипи. Если, кстати, ты возьмешь миномет, там есть и нажмешь на кнопочку Б, это дым. Это вот один из тех случаев, когда... Не, я коплю на кроталь. А вам там слева дымы нужны, я могу купить эту пламень. А, у тебя есть, да? Ну ок. Блять, Буратино сейчас убьют. Танков не хуяли. У нас, кстати, и арты, заметьте, нихуя нет. Не, арта есть, она просто не у нас. В смысле, не у наших. Там у... А, уже убили, кстати. Нет, она была. А 31-й живой, Олег? Да, живой. Можешь его повесить просто там, на базе? Сейчас отчинится. Обижаешь, Олег, и живой 31-й. Пусть ты можешь вот сюда пробежать, чтобы магланы засветились, я их прибил. Ну, собственно, с такими дымами, по-моему, уже не надо. Чувствую, сейчас 117-й прилетит. Так, а чё там с Птурами у нас? Расскажи, пане.
Готовление к бою готово. Как же так? Специально вышел, чтобы посветить, пехоту взяла и в другую сторону побежала. Вражеская. Где справедливость? Справедливость, она в том, чтобы винить во всем. Ну, разве что так. Так он велик и справедлив. Только пушит меня. Мила дымами прикрывает. Из всех-всех. А че они не выходят? И так же все уже понятно. Вот в этом лесу кого убили? Давай. Чё, поехал я на их базу хоть глянул, что там ничего нету. Да, друзья, команданте. Сиви. Кобра на земле. Бывает же в жизни огорчение. Она устала. Блин, меня убили. Бывает же огорчение. Он думает, что у него есть пушка и будет ей стрелять. Олег способен на все. О, смотрите, хитер. Там ПВО еще какое-то говно.
очень много. Нужен танчик. Или кассетка. Да, дружи команды. Так, только не самолет, серия сейчас. Полет, если там будет отель. Поехали со правой, с нашей, точнее, уже правой базы к ним домой. Там, мне кажется, парни просто пошли, ну да, пошли там есть, писить. Сопротивления нет, не вызывает меня. Олег, я 21-й бис летает прямо по слева. Да, это его останавливало. Да, это ж как атаман только, Олег. Ты хотя бы нары тогда кинь туда. Что? А что это такое нары? Я на нары не хочу, да? Все. Китаец затащил. Че там, китаец? Да. Ой, ну и подлива. Нихера, я смотрю,